Польше охранники на вокзале оскорбили белоруса, думая, что он украинец. В сети опубликовано видео, на котором охранники центрального вокзала в Варшаве оскорбляют одного из пассажиров. Хоч панту. Еще раз мне то само повторю. Что хоч панту? Что хоч панту? Прошу. Что хоч панту? Я попрошу. Иди едь собі на свой почерк. Ви пан со, я попрошу шацунку. Ніц пану не повідялим. І попрошу пана до мене подись. Синку, одеч оде мне. Не єстем для тебе синку. Будь-чи там тресолем сушуся. Слухам. Слышалось? Слухам. Слухаешь? Мне так, тебе. Спробуй. Ну? Спробуй. Эй, что ты, украинский? Спробуй мне, долить. Естем обывателем Польски. Ну? Естем обывателем Польски. Польским, ты естесь польским обывателем, ты и Польска. Весь ще вальна лепка, курва. Весь покаж, что ты там маешь, який там номерик маешь. Хуй, че ты ходи? Так? Przepraszam bardzo. Что, пані, мне przepraszam? Прошу же успокоить, добре? Что? На полицию. На полицию. Дзвонь на поліцію, просто дзвонь. Не, почекай, просто дзвонь. Просто дзвонь. Дзвонь, просто дзвонь на поліцію. Що не дзвониш? Охранники вокзала высказали ксенофобские и расистские фразы в адрес 25-летнего Тимы из Беларуси, который уже имеет польское гражданство. Все это после того, как он сделал замечание охранникам, указывая, что они плохо обращаются с бездомным. Видео обнародовано общественной организацией в социальных сетях. Они также связались с жертвой расистского поведения. Он сказал, что сделал замечание охранникам, которые силой вытаскивали бездомного с вокзала за руки и ноги. Стереотипным образом охранники подтвердили, что если у него восточный акцент, он должен быть с Украины, рассказывает Кондрат Дулковский из Центра мониторинга ксенофобского и расистского поведения. Как нам стало известно, обоих работников охраны уже уволили с должности. ПКП готовят к санкции к фирме, которая предоставляет услуги безопасности на вокзале.